Всем привет! Меня зовут Диана, я шеф-кондитер Колобаса. 24 августа состоится грандиозное событие, формат которого у нас никогда не было. Это шеф-тейбл, он будет на самую трепетную тему «Наше детство». Оно ассоциируется не только с какими-то событиями нашей жизни, но и с любимыми блюдами, как картошка с курочкой, селедка под шубой, оливьешка на Новый год. Ну и не будем забывать про десерты. Мои родные просторы напомнили мне про ванильное мороженое с ягодами с огорода, когда ты берешь стаканчик ванильного мороженого, кладешь туда просто все, что найдешь там, в саду, малину, смородину черную, крупную, клубнику, вишню, сливу, да что угодно, что нравится. Все это мешаешь и ешь с удовольствием и наслаждением. Своими десертами я очень хочу напомнить нашим гостям о беззаботном времени, когда ты идешь на кухню, берешь хлеб с маслом, кладешь туда ложку варенья, наслаждаешься этим невероятным вкусом и бежишь во двор гулять с друзьями, потому что это лето, каникулы, а варенье ты берешь, которое сварила бабушка, из смородины, из малины, также из клубники. Мы очень хотим, чтобы вы разделили с нами атмосферу этого вечера и были приятно удивлены.